Это чужаки, уничтожены. Айрон приказал дождаться его прихода. Я устал топтаться на месте и ждать. Я пройду сквозь стену Норана и покажу, на что я способен. Слушайте меня. Я, лорд Беллок, великий инквизитор Антараса, несущий справедливость и возмездие. Вы не сломаете эту стену. Пусть Светлая Дева дарует нам свое благословение. Мы развеем вас в прах. Посмотрим, человек, кто кого развеет. Скоро от тебя останутся только кости. Стервятники склюют тебя еще до заката. Так, мы всем приветствия. Каково задание? Слушаюсь, слушаю. Я слушаю. И опять мы на открытой местности фактически. Прекрасно. Ваше распоряжение. Где моя цель? А, вот он. Да. Да. Мы должны окончить миссию. Так, мы уже можем призывать этих ребят или еще нет? Да, хозяин! Так, этого парня лучше, наверное, в сторону, а то своих же положит. Ага, вот они. Хорошо. Скорость нападения. Ущерб. Защита. Так, хорошо. Ну, я так понимаю, сейчас просто будем отстраиваться и держать оборону. Так что это можно оставить за кадром. Здесь спрячутся варвары. Нападем на них. Люди, нас раскрыли. Я выпью вашу кровь. Нам нужны тролли. Исследование завершено. Отбились. Да. Да. Где моя цель? Да, хозяин? Чего, блин? На нас напали твари из бездны, капитан. Это те же твари, что напали на Грогора Кана и его племя. Нужно найти их гнездо и покончить с ними. Где моя цель? Где моя цель? Неожиданная подстава, конечно. Так, ладно, у нас очень странный состав армии. И, скорее всего, не особо живучий. Потому что эти ребята вроде огромные, но что-то очень быстро отлетают по итогу. И да, вот здесь вот у нас база, просто по той простой причине, что мне нужна была вторая база, чтобы вот это вот прожать. Понятно. В принципе, ожидаемо. Ладно, видимо, придется с этой стороны идти. Вот эти ряды, если что, они здесь строго для того, чтобы враги, кто здесь подходит, агрились на них, а не на стены. Потому что эти ребята хоть немножко, но восстанавливаются сами. Блин. Да, уронили одного. По идее, вот, можно прожимать вот это вот все, но... Копейщики вперед! Лучники в тыл!
Племена соберутся здесь. Да нет, уже отступать можно надо. Можно я? Мы вас вообще, да, так сказать, хозяин. Случайно встретили, потому что вы тут толпой гниды вывалились. Где моя цель? А, то есть они проигнорировали наших и вот чисто напасть. Ладно, так или иначе. Придется ждать новых бычков. Конечно, моя оплошность, надо было заранее кучу быков дозаказать. Но, увы, ах. Да. Слава нашему племени. Вперед. Сюда. Враг не уйдет от меня. Слава нашему племени! Так, а что они здесь хранят таким... такой толпой, так сказать? Враг не уйдет от меня! Да! Да, хозяин! Можно я? Можно я? Да, хозяин? Да! Можно я? Можно я? Хе-хе! Да! Можно я? Можно я? Так, да. Сюда. Ну и, в принципе, их придется вперед сейчас вести. Да. Так, это сюда. Да! Где моя цель? Да, хозяин? А, стоп. Холод. Да! Где моя цель? Да! Да. А, тут это вообще жало. Я еще думаю, что они не нападают. Ты говорил правду. Именно эти твари виновны в смерти Грокона Кана. Нужно спуститься к ним под землю и уничтожить их. Обязательно, конечно. Так. Можно я? Так. Главное, случайно не проморгать момент, когда они закончатся все. Угу, еще один лагерь. Отходим. Так, значит, здесь ничего. Можно я? Можно я? Так, я ты вперед. Волю отца. Тебе не жалко? Выходи, кто храбрый, смелый, ловкий, вперед. Умелый. Вперед! Враг не уйдет от меня. Тук-тук? Вперед! Да. Нет никого так? Мы за... Ага, понятно. Назад. Можно я? Можно я? Да! Нормально, держимся. Надо будет шутки ради
и уже создать армию бычков на гоблинов на бычках. Да, хозяин! Ты заслужил благодарность сестер Фенмарры. Мы уважаем древние клятвы и предлагаем помощь Драге, сыну Тайрона. Куда бы я ни пошел, везде меня знают. Я приму твою помощь. У нас есть заклинание потери формы. Оно может пригодиться тебе. С его помощью твои воины превратятся в пар и смогут проникать сквозь препятствия. Я помогу тебе. Это как раз то, что нам нужно, сестры. Мы сможем пройти сквозь великую стену и напасть на людей там, где они нас не ждут. Да, блин, вот спамят своими бойцами. Куда? Власть. Блин, лейтенант теряем. Хотя, наверное, вообще я зря обычно понял, сейчас сюда взял. Огры хоть и хрупкие, но вроде как подольше все равно держатся. Здесь могут быть спрятаны их ресурсы. Можно я? Можно я? А уж про гоблинов вообще молчу. В атаку! Убить их! В атаку! Убить их! Да, хозяин? Да! Идите, кто это так? А, зафокусили лучника. Да, хозяин? Да! Блин, а гоблин-то упал, наверное, там, где был. Можно я, можно я? Где моя цель? Отойди. Нормально. Думаю, потери все же минимальны. Ладно. Куда? Отходим. Они там что-то говорили про дымы? Духи со мной! Ай. Так, сюда надо кого-то отправить. Я выполняю волю отца. Да, обычных воинов не осталось. Ну, эти, по крайней мере, нам больше не несут угрозы, надеюсь. А, стоп, да-да. Я еще хотел подумать, а как нам вниз спускаться? Эти же должны нас теперь задымить. И мы аккуратно протиснемся, но... Сначала разведка. Слушаю. Слушаюсь. Враг напал на нас. Это мы напали? Что за чудовища прячутся у нас под ногами? Я чувствую лишь запах смерти и разложения. Нужно убить этих тварей, прежде чем они нападут на нас. Поздно, они уже напали. Так, но тем не менее, мы знаем, что здесь происходит. Враг напал на наше племя. Опять? Так, а эти где? А, они как раз нападают. Ладно.
Ну, в принципе, все, думаю, более-менее очевидно. Отсюда, наверное, будет удобнее нападать. Главное понять, как это работает. Чьи души вам нужны? Ага, количество ограничено. Чьи души вам нужны? Полетели. Ладно. А, это не ограничено, да? Это не ограничено. Хорошо. Как вас обратно? Враг напал на нас. Да чьи куда мы побежали? Блин. Ладно. Можно я? Ах ты ж, мы же не восстановились. Ну ладно, печаль, беда. Побежали. Сейчас раз, захватят и все. И не спасти. Сдавайся! Не, ну эти откровенно здесь какой-то, видимо, передовый лагерь. Не особо защищенный даже. Если бы на нас не нападали, мы бы о них даже не узнали. Сами себе хуже сделали. Где можно я? Можно я? Так, да, кстати, блин. Опять же, моя ошибка, у нас всего одно такое здание. Так. Бычок. Наездник. Каково задание? Сюда. Сюда. Ну это уже потом, когда вернемся, если вернемся. А не, это еще не все силы врага. У нас было мало залежей кристаллов. Теперь мы сможем пополнить запасы. Ну, да. Наверное. По идее. Ну, где моя цель? Я выполняю волю отца. Так, это, видимо, выход в город. Чё-то меня туда не тянет. Так, создай ведьму. Надо будет рабочего отправить вниз.
выполняю волю отца. Враг не уйдет от меня. Сюда. Враг не уйдет от меня. Сюда. Вперед. Вперед. Сюда. Слава нашему племени. Так, а что это такое и зачем это здесь есть? Ладно. Духи идут, духи со мной. 150? Не скоро. Духи ведут меня. Где моя цель? Ай, блин, опять забываем. Еще успеваем. Обед готов. Где моя цель? Мы должны окончить миссию. Вперед. Вперед. Одержимый священник. Одержимый мечник. Как любопытно. Да? Враг не уйдет от меня. О, элита. Да. Так, хорошо. Слушаю. Я готов. Хотя, по идее, я наверное, слушаю. Надо... Слушаюсь. Сразу всех. Слушаю. Я слушаю. Каково задание? Я слушаю. Вот это вот я количество готов. Пусть и отправляется. Да. Духи со мной! Сюда. А зачем? Блин, я же мог просто произвести новых... Ладно. Да. Слава нашему племени! Враг не уйдет от меня. Можно я? Можно я? Где моя цель? Вперед! А, да, кстати, да. Блин, мы же могли... Молох, лорд демонов, я призываю тебя. Тадетте оферет опаде. Грязные твари, вы прервали мой священный ритуал. Убейте нарушителей. Не, то, что он поехавший был, это и так ясно, но до такой степени... Вообще без комментариев. Ну, в смысле, он вообще это никак не прокомментировал. Волю отца. Сюда. Да? Да. Да, ё-моё. Отвлекли. Я готов. Каково задание? Печаль лишь в том, что все равно придется штурмовать потом стену, скорее всего. Угу. Хорошо.
Ну, давайте рискнем, допустим. Просто выглянем одним глазком, так сказать. И решим, пытаться прорваться. Или все же лучше призвать больше вот этих вот ребят. Блин, одного потеряли. Не досмотрел. Правда, традиционно есть риск, что если... Ты что, не можешь пролететь? Да, вот разведочка у нас получилась. Ладно. Слушаю. Слушаюсь. Хотел сказать, что традиционно, если сейчас запалимся перед врагом, он же будет до последнего наезжать на нас. Как напал на нас. Ой, как это раздражает, как это раздражает. Ну серьезно, они отсюда разделились. По какому, блин, принципу? Строительство окончено, хозяин. То есть вот здесь они стояли, и надо было идти сюда. Нафига подниматься-то? Каково задание? Я слушаю. Слушаюсь. Я готов. Стройтесь, люди Антараса и Норана. Под нами бездна. Стойте. Это же воины из племен варваров. Какого черта они здесь делают? У них прогулка. Слушаюсь. Они просто осматриваются, никого не трогают. Я готов. Вот так вот, за ручку. Чьи души вам нужны? Каково задание? Так, вперед. Души. Ай, со блин, мной. Ну что с ней делать? Блин, все равно придется ждать. С другой стороны, она скорее становится быстрее, чем мы новую создадим. А эти ребята пригодятся. Чьи души вам нужны? А, стоп, просач мне нужно, да? Да. О, уже все готовы, как мило. Давайте еще немного. Это на случай, если диверсионная вылазка не удастся. Кстати, вылазки, диверсии. Продолжаем. Так, и какая из них произведена? Видимо, это. Нет, все же она быстрее произвелась. И у нее больше энергии изначально осталось. Можно я? Можно я? Да, где моя цель? Да! Ну, да, почти. Так и нужно. Их сила станет моей. Духи ведут меня. Да-да, ведут. А почему у этого нет эффекта? А, он, видимо, родился после того, как его наложили. Вот теперь есть. Готово, готово. Интересно, они облачками быстрее передвигаются? Ну, вроде бы да.
Нельзя, да? То есть вот здесь это просто тупо стена. Можно я? Можно я? Да. Где моя цель? Нас атакуют! О нет! Что же делать? А, понятно. Не в ту сторону воюем. Это как раз таки стена, которая нас должна была не пускать. А мы теперь пытаемся выйти. Можно я, можно? Блин! Это в принципе. Где моя цель? Вперед! Шевели конечностями. Сюда. Обед готов. Бежим! Да! Где моя цель? Я выполняю волю отца. Жалкие ничтожные твари, что вы сделали с моей армией? Вы уничтожили моих лучших рыцарей. Эйя, почему ты оставила нас? Ко мне, солдаты! Во имя Светлой Девы защитите священного слугу! Ну-ну. Вот ты ж ты там оказался, гад. Не, серьезно, вот по ощущениям быки гораздо лучше танкуют выстрелы, чем огры. Ходят там другие враги, как будто их не касается то, что здесь происходит. Я проведу тебя в преисподнюю. А, все? Этого достаточно? Я выполняю. Вкус победы превратится в прах в твоих устах. Я не боюсь неудач. Я еще вернусь и порадуюсь твоей смерти. Мы еще встретимся, священник. Беги. Ты позоришь свое племя, трус. Ладно. Ситуация с этим инквизитором была слегка неожиданна.
Думал, что он просто поехавший. Но так или иначе, на этом пока что все.